Около 2000 пенсионеров Новосибирска ежегодно становятся жертвами мошенников. Как не попасть в ловушку? Правовую лекцию в рамках декады пожилого человека сегодня прочитали эксперты мэрии. Если вы подписываете какие-то документы, вы, пожалуйста, их читайте. Конечно, они составляются, эти кредитные договоры, мелким шрифтом. Если вы что-то не знаете, нужно всегда посоветоваться, можно, со своей семьей и не предпринимать каких-то скоропалительных решений. Потому что на сегодняшний момент у нас пенсионного возраста населения приобретают салфетки, одноразовые простыни в кредит стоимостью по 80-90 тысяч рублей. Люди не знают, что они приобретают. Мошенники часто предлагают пенсионерам купить якобы чудодейственные медицинские препараты за баснословные деньги. Чтобы подписать кредитный договор, злоумышленники приходят к своим жертвам домой. В зону риска чаще попадают одинокие пенсионеры. Освоить азы правовой грамотности пожилые новосибирцы могут в региональном центре серебряного волонтерства «Городской доброход». Участники этого проекта, пенсионеры, помогают своим сверстникам и работают с детьми. Люди, которые вступили в корпус серебряного волонтерства, они в первую очередь получают какие-то свои новые компетенции и хотят общаться с молодежью, и хочет психологическим навыкам и знаниям для того, чтобы иметь возможность передать свой опыт не с менторской точки зрения или из состояния такого учителя, а как равный равному. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!